Волонтерский центр «Импульс» на базе МКЦ теперь это первая городская площадка для обучения волонтеров по созданию медиаконтента и работе с аудио. Цель проекта – распространить архив, который бережно хранили у себя солисты и коллективы Рязани. Наш проект поддержал президентский фонд культурных инициатив и, соответственно, при поддержке фонда президентского фонда культурных инициатив эта студия и еще одна студия у нас вот были подготовлены. Здесь будут у нас заниматься волонтеры, как следует из названия, и они уже ведут свои занятия. У нас с декабря месяца плотно занимаются ребята, готовятся стать звукорежиссерами-любителями и видеооператорами, фотографами, тоже любителями. Поэтому и медиа-центр, что все, всему по чуть-чуть их учим. Кураторы проекта «Импульс» – профессионалы. В первом наборе обучения прошли около 30 человек. На занятиях ребята работают на современном оборудовании, которое было закуплено по проекту Фонда культурных инициатив. Мы научимся ставить свет, и мы научимся монтировать многокамерные какие-то клипы, именно концертные. И мы также научимся делать небольшие простенькие сюжеты. С помощью президентского гранта мы смогли закупить несколько светодиодных источников света. Они портативные достаточно, то есть их можно спокойно вытащить в другое помещение. Часть из них аккумуляторные, например. Вот. Они могут управляться также по беспроводному каналу. В мае этого года стартует второй этап обучения. Вся полученная информация поможет ребятам при подготовке собственных роликов. Тем более, что для них уже запланировали специальные мастер-классы от тех самых профи в теле- и аудиоиндустрии. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».